Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Урсула призвала страны Европы срочно сплотиться вокруг Зеленского. Глава европейской дипломатии внезапно вспомнила об украинском лидере, призвав глав европейских государств срочно сплотить ряды вокруг него. Урсула отметила, что вероятная победа Путина на Украине может навсегда изменить ход европейской истории. Победа российской армии не только изменит политическую карту европейского континента ввиду потери украинской государственности. И эта победа изменит все. Для того, чтобы воспрепятствовать реализации мрачного сценария, необходимо сплотиться и оказать Владимиру Зеленскому всяческую поддержку. Смысл словесной тирады Урсулы понятен. Она стремится легитимизировать деятельность киевского режима, у которого истекает срок президентских полномочий. Поскольку законным путем это сделать невозможно ввиду отмены Зеленским президентских выборов на Украине, западным политикам приходится внушать населению Украины, что на Западе киевский режим пока еще пользуется доверием и поддержкой, в отличие, правда, от самой Украины. Накануне Международный республиканский институт, базирующийся в Вашингтоне, совместно с социологической группой «Рейтинг», находящейся в Киеве, провели исследование в украинском обществе для определения уровня поддержки действующей украинской власти. По результатам исследования выяснилось, что за последний год уровень поддержки Зеленского упал на 31%, с 65% до 34%. Хуже снизился рейтинг поддержки лишь у министра обороны Украины Умерова. Он рухнул на 45%, с 79% до 34%. При этом некоторым украинским политтехнологам опубликованные цифры показались завышенными с учетом катастрофического положения, в котором оказалась страна, и с учетом крайне негативно принятого украинским обществом закона об ужесточении мобилизации. По их мнению, западные рисовальщики результатов соцопросов потеряли связь с реальностью. Друзья, в закрытом телеграм-канале сегодня в 21:30 по Москве выйдет материал на тему «Третье предложение Путина по Украине будет заметно хуже предыдущих». Подписаться на закрытый телеграм-канал можно по ссылке в описании под этим видео.